Я очень удачно выбрал момент, хотел да. именно вот это вот заснять. Это жесть. Да? Ну чё? Я заснял. Спорим на что угодно, что эти скриншоты появятся в нашей группе. Обязательно появятся. Здесь просто нереальное количество самолетов. Я сверху сейчас смотрю, все. Время охуительных историй. Жесть какая, а. Ёбаный самолет. Точно. Давай, лети. У тебя получается? Да, я хочу взлететь, посмотреть. А я сейчас еще раз переколдую, получается. Каждый будет так переколдовывать. Я просто хочу взлететь и посмотреть. Взлетай, ебёныч, взлетай! Да, да. Давай. Ну это взлетай. Просто жесть. Ты скорее себя поднимай. Поднимайся, чмо. Не поднимается, да? Не поднимается. Тяжко, блин, тяжко. Хочу поцеловать тебя, Брейн. Тяжно. Это так, я надеюсь, что это хоть девочка написала, а не мальчик. Прыщавый там. Лет 12. Было бы странно. А тут мандражирую. Ты что-то видишь, я просто... Я мандражирую кнопками и пытаюсь взлететь. Пока безысходность. Самолетная вакханалия, да? Кто заказывал Боинг? Да, кстати. Все нормально. И заметь, не вылетает, слава богу, пока. Пока что да. Ку-ку, ёпта, заебали самолеты, да. Кто-то пичет. Нормально, а самая фишка. Блин, я не могу. Самый свэк. Вообще. Я тоже ни черта не... Одни самолеты, Чак Норрис бегает, ну понятно. Проблемы? Да, какие-то проблемы. Это у нас АТ-400. О, меня куда-то выкинуло. Нас всех куда-то перенесло, короче. Походу нас эти админы, наверное, кикнули. Ну, а может, кикнули, да, кстати. Ну, не знаю, я вот сейчас наблюдаю картину, я взлетел наконец-то. Японский городовой здесь самолетов. Я же говорю, там жопой жуют. Штук 10, наверное, точно есть. А, я в самолете. Это вид у меня такой. Так, делаем вакханалию. Давай к нам, Жень. А я здесь? И тут 305? Гоу 305, сейчас. Ну, я здесь, получается, был. На вроде бы. Но я внутри самолета, я ничего не вижу, если честно. А какой у тебя, фиолетовый, что ли, или белый? Чё? Какой самолет, цвет у тебя? О, я не знаю, я уже почему-то внутри самолета оказался. Сейчас я тоже самолет сделаю. Чё бы нет, там Андромеда. Тесак, ник у человека, тесак, ага. С буквой. Там с буквой Е пишется, если что, чувачок. Тесак, да? Ну, мало ли, может... Застряли между ангаров, блин. Да, мы застряли. Обалденный видосик. Давай в аэропорт, да. Давай, Бэйнд аэропорт. Короче. Ой, я на спауне появился, смотри. Я, кстати, тоже на спауне. С самолетом, да? Да, вот мой зеленый самолет. Что происходит? Вакханалия. Кошмар. Люди сейчас охуеют, блядь. А у нас ГОСы включены или... Да, выключены. А, сейчас, да. ГОС включены, да, все нормально. Кошмар какой, а. О, на спауне. Обалдеть здесь самолетов. Я на другом спауне появился. Кошмар. Нормально, че. Ёбушки-воробушки. Смотри, да? Так, это точно надо заснять. Да, я снимаю, все снимается пока, зашибись, не вылетает. Я думаю, вас своим безумием. Да, вы хотели узнать, что такое безумие. Мы вам покажем, что такое безумие. Вот я побежал в сторону, кошмар, что творится. Весь спаун в самолетах, короче. Две точки причем. Все в самолетах, блин. Офигеть, цель на подписчике. Курлык-курлык. Курлык-курлык. Так, ладно, что мы делаем? Мы что делаем? У меня вылетело. Ой. Хорошо, я хоть все заснял, я тоже все заснял, да. Вот это вот безумная серия.